благословение к раменту фарусемет. Я ныне направлю две струи на сие место, аминь, а вот шерементур фарауземет. Дабы ты подошел ко мне еще ближе и ближе, альфа, омега, ременту, фамен. Ибо буду делать дело свое в духе святом, а воотше меня, армен. А ты возревнуй в сердце своем и скажи, Господи, говори, послухай, раб твой, аминь, аллилуйя. Арфа, ремену, шемене, и заиграя арфа во внутренности, и прославишь имя Бога живого, аминь. Ибо жив Господь, аллилуйя, сила веры, аминь. Я Господь, который уже начал проходить Духом Святым, раменту влазят и оживлять сердца, ремену штемене, ибо во многих сердцах засухала беде кламанту ремене. А я, Господь, хочу, дабы ты получил орушение от источника живой воды, аминь, аллилуйя. Подойди ближе, говорит Господь, не сомневайся, ремену штемене, ибо я, Господь, Бог близок к тебе, аминь. Прикоснись верою ко мне, и увидишь милость мою, которую я приготовлю тебе, так говорит Господь. Аминь. Аминь.